Ще можна одну. Санта Крістіна. Не кричи, мама, це Крістіна. Мама сразу говорит, Кристина, мама. Подожди. Как за границей боятся слова Путин, если чуют Путина. Мама Кристина, мама Ревина. Готарю вино, дай Света скажу. Санта Кристина. Да, это вино мне выслала Вера с Италии. Называется Санта Кристина. Мам, знаешь, что такое Санта Кристина? Это не Санта Клаус, это Святая Кристина. Кристина, это вино так называется. Санта Клаус, Святой Клаус. Это тоже, кстати, вино итальянское. О, как красиво. Литровая прямо. Азнаури. Это из Италии? Это, наверное, просто... Наверное, грузинская отвезли в Италию. Мы... На Раули в Италии разливают про Азнаури. Азнаури? Ну да. Что наливать? Что хотите, я не знаю. Света, что ты готова? Расскажи в праздник. Это Каляскин праздник, пускай он открывает бутылки. Давай. Сейчас. Хочу сказать, что мы открывали. Ша, ты что, подготовишь? Что я сделала? Я, честно говоря, не хотела ничего заморачиваться сегодня. Я не готовила много салата. Что ты готовила, скажи? Оливье раз. Что? Винегрет. Винегрет. Вот это что, морская, это... магазина? Не, магазина, да. Морская и это... И вот это знаешь... ты мама можно. Да. Так. И мне можно такое. И же. Салат греческий. И мои кабачки домашние с огорода жареные. А это курица, котлеты такие курицы. И запеченная курица. Тоже. Запеченная курица с картошкой. Шикарный торт с панеттоне на балконе. Да. 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 Потом его еще Андрей с ними покажет, там красивенный торт с панеттоне. Вкусный такой страх. А ты что, да. Уже ели? Не, мы делали. Света Виталий делал. Я бы съел его, конечно. А здесь я его делала заварным кремом. Руками и икру. Я икру взял. Самая, кстати, это икра, которую вы подарили на Андрея. А, тогда ешь, мама. Ешь, это та икра, что мы дарили на Андрея. Я хочу сказать, что это я отдала, чтобы вы попробовали. Есть, мама. Лучше, чем черного, вот так, да. А, ну, давай. Дешевле и лучше. Так эти отдачи хуже, чем красная икра, черная. Давай ты компотик ставлю. А что, может быть, чуть покрепче? О, конечно, буду. Я сейчас мандура лупану. Подождите, давайте распишите. Кто будет сладкое? Кто любит сладкое? Я буду не сладкое. Хорошо. Артем, ты будешь мандура. Санту Кристину. Я буду Кристину. Андрюш. Ты сладкое мандура не? Окей. Кто, кто будет? Коньяк. А что вы, вот это хотите или вот это? Андрей, я же остался. Что там собаки? Да, есть коньяк, вот, есть. Света, вот за дрочень, я не знаю, это долька, вот этим малым, это с Томасом. Вы белый? Томас, это ты? Нет, это не я. А ты белый? Это наш. Это Ричи. Это Ричи? Да. Ах ты попався. Ах ты попався. Да вы раздоровенный, ты что? Здоровый. Татьяна Васильевна тоже конечка, 10 грамм. Ты пентик, как этот, как пустик. Чуть-чуть, бабушка. Бабушка. Остался от того. Его там крышку носит, а он будет живиться. А это активный, страшный. Это ваш, да? Коньяк, значит, коньяк. Погрызь мне двое штанин. Коньячок, мама, тоже бери коньяка, чуть-чуть наливай. Ты же не открывай, подкрой. Завтра открой. Мы попробуем итальянскую. Так, а ну давайте. Коньяк. На пол. Итальянский коньяк. Так, усаживайтесь все. Тихонько. Татьяна Васильевна, на пол. Можно остыло. Так, я предлагаю собак закрыть на улице. Нет, я им кушать всем там дала, они сейчас они просто не будут. А это твои рюмочки, мама. Я добрый мальчик. А мне моя рюмочка вот. Маме в бокал наливай. Так, все. Всем наливай маме в бокал. Спасибо тебе за гостеприимство, за стол, ты старалась. Просто очень чуть-чуть, я много не делала. Ну, много, немного, попробуй сделать. Я еще хотел рыбы, а Светлана не хотела рыбу. Я просто сам представляю, когда встречаешь гостей, вроде... Целый день в честь, а на стол ставишь, бляха, ничего, ничего не мало. Блин, и думаешь, капец, а что я, и бегом в магазин. Ну, на самом деле, это у нас только заморачивается, когда готовят чересчур много еды. В других есть очень много семей, которые наложили вот так вот, минимально, и все. Знаешь, как... парятся от того, что... Артем, знаешь, как Виталий классно? Сварили пасту, макароны, пиццу заказали, все. Ну, конечно, мы заморачиваемся, у нас менталитет. Так, я хочу сказать, хлеб у меня тут сбоку и салфеточки, если кому-то необходимо. Хорошо? Сама, а тебе что? Я буду вино, любое. То давай, что Алиса передавала, вот мандору. Ну, я хочу хлебную. Вот Алиса, Санта Кристина. Нет, я вот тебе. Кристину хай пье мама, а я буду. Давай, ты говори. Мама не пье, мама пье коньяк. Я не пью ніяке вино. 20 капель коньяк и все, я один раз. Я заступаюсь по крепким напиткам. А я хочу этого красного. Ладно, это вообще туда вставлю. Ой, мандора очень вкусная. Да, мандора вкусная. Ну, она любителя, кто любит. Мне нравится, как в Италии, да, мы пришли до Розарии, помнишь?
А там была ее племянница, по-моему, они сели все. Мы с Лешей и Коля. Мы сидим, ждем, знаешь, что вот сейчас тебе надвинут какой-то тост. Какой тост? Она себе налила, открыла бутылку, взяла мясо и стала пить и есть. А мы смотрим. Все, кто со мной? Все Виталий так. Они, они вот как мы салат наложили. Взял салат какой хочешь. Так у них взял воду, взял вино. Они не заморачиваются. У нас тосты, вот это все сидит. А Розалит, она вообще любит очень дорогие, шикарные вино. Да? А мне больше нравится у нас. Меньше 10 евро ты у нее вина не найдешь. Ну, она пьет и крепкие. Два стакана уже окосила. Да. Мам, ты будешь белое вино, че ты красное? Походи по-разному. Вы всем налили? Всех налили? Так, ма, давай себе пока. Давайте, хватит. Давай. Я сильно вам еще. Давайте, выпьем. Миха, у меня сейчас остановилась. Андрей, тебе что есть, да? Да, у меня есть. Так, давайте, Коля, за тебя. Подождите, за праздник. Это за всех. Главный Николай. Коля похож на святого Николая. И за Николаевну, что живут. И за Николаевну вот рядом сидит. Света, ты Николаевна, боже мой. А ты Света Николаевна? А ты мне говорила, ты же мне вчера говорила, мама, папа Николаевна. Не, ну в первую очередь, все равно это праздник Николаевич. Да, поэтому... Вы знаете как, что в Турции собор. Но Николаевич тоже подпадает. Света, слушайте, что я расскажу. Ага. Марина с Харькова, она не глупая женщина. Говорит, откуда Николай Святой? Ждут его на белом коне. У Турции тоже его любят. Почему? Вот вы богатые двое, у вас две дочери, три дочери. Вы отдаете за того, что вы замуж ее отдаете, вы ложите хороший колым. Вы богатые, вы имеете право. Есть у вас возможность. А кто бедные дочки сидят, никто замуж не берет. Вот этот святой Николай придумал. Раньше как открытое окошечко, все как. И он подлаживал такие семьи, что-нибудь ценное. Кусочек золота, монеточку, какую-то брошь. Дорогое, чтобы девочки повыходили замуж. И поэтому их тоже брали. И его любят и приветствуют. Это не праздник Коля звать. Это праздник для всех. А в основном у нас, празднуют, да. Празднуют. Но это праздник в основном детский. Под елку, у кого наряжено, подарок. Под подушку, подарок. И не всем детям. А которые послушные, тем подарок. А ну, которые... мама, мы не в Турции, мы в Украине. Я говорю за Украину. Давай. Украину, понятно? И дают деткам, умным, а таким лозинкой по жопе. Они не заработают. Это у нас. Твои птички. Спасибо. Чем по твоей птичке надо давать, чтобы ты успокоилась? Коля Леонтьев называешь. Она подвитила что-то. Мама, а ты должна сережки бросить в стакан и пить, как за ордена. Это нет. Коля, давай, не надо. Все, Коляня, давай. За здоровье свое. Я не пью, мне алкоголь нельзя. Ну, а что ты пьешь? Ну, воду пей тогда. Давай воду. А компот есть. Я всегда говорила, что мне можно красного вина чуть-чуть. Можно. Но я за рулем. Не надо. Света, Коля, не рискуй. Не надо. Все, не правда, тренер останавливает. Мало ли, что не рискуй. Кому водички холодные налить? Сюда, сюда добавил. А где компот? Сюда половина компота, половина воды. Они не попробуйте. Тебе вон стакан нормальный, да? Я люблю винегрет. Я люблю. Самый маленький оставляю. Ну, я говорю, если делаю, то сделаю салат. Салат, тебе водички налить? Нет. А что это за салат? Это греческий. Без черных сливок только, у меня зеленый сливок. Это греческий салат, да? Да. С брынзой, да? Да. Какие сливки? Раньше. Черные оливки. Оливки. Там нужен хлебушек, вот тут стоит сбоку. Ой, дзейгавстра. Ой, запив коньяк, ужас. Пей, мандора очень хороший, пей. Я знаю. Мандора, да, мандора дуже. На Новый год будем пить стревеку. Це що? Коньяк. Вот нам надо, ми на Новий год. Ото, Свята, помнеш, що ми покупали в Винах Міра? Ото. Я не помню, як воно називається, але помню, як воно візуально виглядає. Ні, це Андепс, да? Ото це буде. Ото, брали. Так, ще свободні бокальчики. Сергій, давай тобі якось винишко попробуй. Другого. Не хочеш оце Санта-Кристина? Не факт, не факт. От попробуй, чи ти будеш? Попробуй. Це італіанське, Тоскана. Санта-Кристина. Свята Кристина. Пресвята Кристина. Мала. Как тебе?
Это хорош. Вот это хорош. Это даже не может. А маме нельзя самогонить. Вино нельзя, не маме. А маме нельзя, не? Савел, маме нельзя вино, не? Да, на коньячке. Боже, дивіться, у мене два бокала. В Артема раз, два, три бокала. Тобі налить вино, чи ти будеш? Ні, я вино, у мене іжога печет от красного. Все, Санта Кристина пішла спати. Надо було ще. Ну то Віра, мені бутилочку. Я ще тобі нові принесу. Всех все есть. Так, кому Коля, ты взялся. Коль, садись, да, действительно. Света, дай минуту. Сейчас, сейчас я вам всем дам минуточку, Оля Леонтьевна, сейчас я вам дам. Давайте сюда тарелочку. А второй тост мама снимает сережки, ложит в стаканчик и пьет. Я ордена дарили, это так же. Я военным. Да, да. Золото будет попадать у вас в бокал. И будет попыть. Да, ще ж є ці другі салати, які потрібні. Тепер можу я. Синок, нам попробуй зложку відмірити. Коляня, Ваня тебе писав? Ваня нам написав? Щоб ми тебе поздравили, написав. Ваня працює в Германії. Він зараз в Германії. Працює то на литовську фірму, їздить дальнобойщиком, до сестра, говорить, учиться у нього, ніж мама умерла. Ваня, ти хто? С Беларуси. Он наш однофамилец, у него фамилия так же самая, как у нас. Что приезжал, помнишь? Да. Кто? Ваня, что приезжал, помнишь, в Боровлянах? А, він же, а він не приїжджав. А коли він приїжджав? А, коли в Мінську ми зустрічалися. Так, коли ви були в лікарні. Ти його знаєш? Мою маму вмерла. О, царство небесне. А драка, так. Так, а він де живе? В Білорусі. Орше. Вот это ж когда, помнишь, когда мы говорили, все, давай Ваня, мы приедем, потому что маме плохо Колей, торопили, все, то... Все, мы находились, не с Колей ты и я. Да, да. На Новый год мы их были, да? Не в них. Это приезжал парень, дарил подарки, как Эдик еще был. А, стаканы мне дарил. Да, да. Брест там, да? Это мама помнит. О, а чего бабушка? Коляня, ее же его бабушка где работает? В музее, да? В разные города были. Уже не... Алла работала в музее, правда? Здесь есть Самелка. Вот с ее мама помогла, да? Вы не замывали. Молодый парень. Что, если мне солено, говорит. Сначала был рак груди, а потом уже опухоль. Вот, еще там. Такая хорошая женщина была. Ой, такая. В библиотеке работала. Да. Такая сильная. Стількох людей забирает сей рак. У каждого смотрения. Так самое главное, что до сих пор не можно найти, да, от него отвлечения от него. Да, да. Слабо свет. Надо было, знаешь, что сказать? Домовой, домовой, пошли со мной. Да. Когда уезжала с Италии. А я меня забыла, он меня очень любил, там мне хорошо относился. Вот, надо... Вы вместе, а туда в окно крикнешь, там кто новый живет. Зайду и нам посмеяться за салом хорошо, а человек видел страшно. Понятно? Я видел, как он Андрей, Андрей кричит. Ну, Андрей, что-то долго не было. Ты ему 100 грамм налей. Например, ты упадешь под елкой. Домовой, домовой, пошли за мной. Быстро вышла и зашла. А ты знаешь, я не шучу, это он все время говорит. Это у меня было, никому не говорила на видео. Это было, когда мы жили на Западной Украине в квартире, в своем доме. Мы жили на квартире там. И Андрей был на работе, и мы были с Колей вдвоем дома. К нам ночью залезли. Кто? Не знаю, кто-то залез в обборы через, через чердак. Были, мы в своем доме были. И не было Андрея. Тоже. Думаю, а вот Коля был маленький, ему было всего 3 года. Я проснулась от того, что меня будил кто-то. Вот так будил, и вставай, вставай, вставай. Я-то глаза открыла, мне аж жутко. Ты говорил, у меня мурашки идут. Я испугалась, и как я вскочила, я поняла, что... Вот я сразу поняла, что это домовой. Ну, я схватила... Так ты видела его? Да, я схватила тогда этот, как его... У меня был топор, я была сама дома, схватила. Коля рядом с такой... Коля писался от страха, он стоял рядом. И я с этим топором туда, в комнату, на выходе. Не, было, Коля, честно, там возле церкви, где мы жили в том своем доме. Я иду, и при мне, вот они, видно, уже чули, что я встала, знаешь. И они по лестнице, только так чердак закрылся. Они выскочили на улицу. Я выбегаю, Коля весь описанный. Я в одной ночнушке зимой. Я не помню такого. Я ору не своим голосом на улице. Серьезно тебе говорю, было такое? И соседи. А что они на чердак залезли и куда дальше? Они через чердак сверху пришли в дом. Дом частный? Да. Да. Честно, там никого не было. С той стороны вообще не было никого. А чердак я тоже. Ну, можно было залезть с улицы. Там второй дом. Не так было, как тут внутри, а с улицы был чердак.
вход. И ты понимаешь, что я на улице стояла и попросила соседей... С улицы вход на чердак, а чердака в дом можно. Да, да, можно было зайти. Типа вот так. Попросила соседа, он звонил на работу, и Андрей тогда... Я с ночной смены в 4 часа утра я ехал на велосипеде, приехал домой. Ножки, с Колей с маленьким на руках на улице. Светлана, Берлоскони звонит.